Кирилл Гребенщиков родился 22 июня 1972 года в семье актеров театра им. Станиславского. Отец – Юрий Сергеевич Гребенщиков, актер театра им. Станиславского. Театра на Таганке. Театра Ш. Д. И. Мать – актриса театра им. Станиславского. Преподает во ВГАКе на курсе С. Соловьева. В 1989 году поступил на постановочный факультет школы. Студии МХАТ, где отучился 2 года. В 1991 году поступил на актерский факультет курса Б. Покровской. После окончания института 2 года работал в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Короткое время в конце 1997 года работал в ТЮЗе. В 1998-1999 год вел на канале «Культура» передачу «Чудо-сказка». В 1997 году поступил в актерскую лабораторию театра «Школа драматического искусства А. Васильева», где работает до настоящего времени. Первый киноопыт состоялся в 1992 году. Эпизодическая роль в фильме «Русский роман». В 1999 году снимался в эпизодической роли юнкера в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». С 2004 года начал регулярно сниматься в кино и сериалах.